что в жизни радует нас. Все, все, что так приятно для глаз. Все, все, что ставим детям мы в пример, сделано в СССР. Все, все, что в жизни радует нас. Все, все, что так приятно для глаз. Все, все, что ставим детям мы в пример, сделано, сделано в СССР. Сделано, сделано в СССР. Сделано, сделано в СССР. Во-первых, в конце видео вы увидите мои покупки. И для вас важная информация. Начиная с сегодняшнего дня и по 7 мая, площадка, сделанная в СССР, будет работать на Гоголевском бульваре в палатках. Приходите. Добрый день, друзья и дорогие гости. Я обещала сегодня сделать обзор посуды в отделах с фиксированными ценами, но перед этим очень мне захотелось познакомить вас с сервизами с розами. Первый чайный сервиз, который вы видели с люстровым покрытием, это ГДР «Роза». А сейчас вы видите изумительный чайный сервиз производства Польша. Посмотрите, какой он. А вот земляника Англия. Друзья, сегодня у нас скидки. А вот, друзья, и адрес этого замечательного блошиного рынка. И телефон. Верхний сервиз стоит 16 тысяч. Мы на площадке, сделано в СССР. Эти барышни 4500, а этот замечательный петух 15 тысяч. Феи. У меня в руках сказочная картина зимнего леса на спиле дерева. Мне кажется, художник так прекрасно все это передал. Да, это картина из нашего детства. Ну, а мы с вами сейчас находимся в отделе, где все по 400 рублей, а значит, сегодня по 300. Ну, а здесь мое внимание привлек чайник с цветами, ну, а рядом с ним чудесный графинчик и кобальтовые чайники. Вы только посмотрите, какая красивая керамика. Ну, просто изумительная. И сегодня это все по 300 рублей. Кстати, вот этот кувшин мне очень понравился. Я его долго смотрела и даже хотела купить, но не купила. Ну, очень интересный кувшин. И я вообще очень люблю керамику, поэтому я просто восхищаюсь, как это все красиво сделано, талантом мастеров. Кувшин интересный. Да, вот этот тоже очень интересный. Сегодня все по 200. Ой, а я такой купила на даче, только цвет другой, а форма такая же. Надо же.
бульонницы. Подносики. Друзья, посмотрите, какие забавные фигурки. А сколько же здесь гжели? Например, чайник всего по 300 рублей. Или вот эти подсвечники в виде рыбок всего по 300 рублей. Друзья, как же сегодня дешево. Или обратите внимание, сейчас турка на заднем плане. Я, кстати, ее хотела купить. Да, турка хороша. А какие красивые пепельницы, сахарницы, подсвечники. Да, мне очень понравилось такое разнообразие гжели по доступным ценам. А вот на заднем плане я вижу поднос для Пасхи с двумя кроликами и желтенькими цыплятками. Очень красивая стеклянная прозрачная рыбка-конфетница. Вот этот уникальный чайник из жели в виде петушка. Или вот, например, чайник с агашками, расписанный вручную. Да, друзья, мы с вами сейчас находимся в отделе фиксированных цен, где в обычные дни все по 600 рублей. Ну, а сегодня все по 400. Так, посмотрим, что же еще сегодня по 400 рублей. Ну, во-первых, сразу глаз я обратила на замечательные чайные пары, кобальтовые ЛФЗ. Это знаменитый рисунок, золотой фриз, да еще большая ценность придает, что он в цветочек, эти чайные пары в цветочек. Да, вообще это такая огромная ценность, да еще сегодня по 400 рублей, ну это восхитительно. Так, а вот эта ваза, кстати, Чехословакия. И тоже 400 рублей и зеленое стекло. Ну да, потрясающе. Здесь очень много, кстати, других чайных пар. Но меня особенно привлекли чайные пары с розами, с обрезным краем, золотом. Вот. А вообще здесь такое разнообразие, друзья, такое разнообразие. Ну просто, ну здорово. Выбор огромный. Вот смотрите, две пары, сахарница и чайник. Юлия Михайловна, я вас категорически поздравляю. Спасибо. С членством нашей некоммерческой всероссийской организации «Союз коллекционеров России». Вручаю вас вам удостоверение и указ по, о членстве. И теперь фото на память. Мы вас поздравляем от всей души. Спасибо. А вы что, чем занимаетесь коллекционированием? А а? Куклами? Ваш человек. Кукольник. О, это здорово. Наш человек. Спасибо. Все, я рада, счастлива. А вы здесь выставляться будете когда-нибудь, да? Ну, надеюсь, кукол много. Да. А мы бы вас посмотрели. А как вас зовут? Юля. Юля, а фамилия? Скоробогатова. Скоробогатова. А на Тишинке вы бываете? Ну, да, иногда бываем, но сейчас нет. Спасибо большое. Удачи вам. Спасибо. На эти деньги в 80-х можно было приобрести двухкомнатную квартиру, трехкомнатную, 7 штук целых. Трехкомнатную квартиру. Золото 2 килограмма. Доллар, видимо, магнитофон 50 штук. Ничего себе. Так вот деньги обесцениваются. И вот мои покупки. Ну, во-первых, эти редкие розетки. Липовый цвет. Диаметр 10 сантиметров. Нежно-зеленого цвета. Тончайшие. Золотой отводкой и детально проработанным превосходным рисунком.
цвет липы. А этот зеленый бокал пришел из 70-х. Посмотрите, какие у него красивые золотые широкие полосы. Его, я думаю, буду использовать как небольшую вазочку для цветов на даче. Еще один интересный предмет – это кобальтовая ваза с гербом Ярославской области, золотым гербом. Посмотрите, какие красивые и необычные у нее ручки украшения с двух сторон. Они тоже покрыты золотом. На заднем плане композиции вы видите жостовский поднос с чудесными, пышными розами, которые скоро, совсем скоро украсят мою патио на даче. А вот на переднем плане мое сокровище – чайно-кофейный набор «Тет-а-тет» или «Лицом к лицу» производства «Вербилки». С таким красивейшим градуированным переходом от темно-синего цвета к светло-голубому. Замечательный сервиз вручную расписан красивейшими букетиками с розами. Здесь есть и голубые цветы, и темно-синие, и зеленоватые листья. Чашечки, сахарница и сам чайник на ножке. Чайник высокий, узкий, скорее напоминающий кофейник, но благодаря тому, что в носике есть решеточка, то это скорее все-таки его можно отнести к чайникам. И обратите внимание на его сложную, необычную, очень элегантную ручку, напоминающую какой-то сложный крендель. У всех предметов, и у чайника, и чашечек, и блюдечек, и сахарницы, даже подноса обрезной край. И все они с золотой отводкой. А вот посмотрите, у чайника и сахарницы наверху золотые пумпочки-ручки. Очень красивые. И посмотрите, полюбуйтесь, как поблескивает золото в рисунке, создавая сказочную атмосферу. Друзья, более подробно об этом я расскажу позже в сервизе. А теперь мне хотелось бы поздравить вас с наступающим 1 мая, нашим любимым праздником весенним, начало открытия дачного сезона, и пожелать всем всего самого хорошего. А самое главное, что мы всегда говорили: мир, труд, май.